Всем привет, это я Сил со своим нищебродским анбоксингом. Но извиняюсь, конечно, эта посылочка стоила половину моей зарплаты. Так, сегодня я уставший, потому что проводил, во-первых, 8 марта для всего нашего женского коллектива. Коллектив у нас преимущественно женский. То есть я его организовывал, я обеспечивал матчасть. В общем, день сегодня был сумасшедший. Поэтому сегодня не будет даже унылого петросянства. Будет только адская скука и тоска. Здесь должен приехать мой берсерк и два последних сертификата. Ладно, начнем распаковывать. Одной рукой тут делать совершенно нечего. Вашу мать. Жизнь дерьмо. Как говорил мой бывший сосед по комнате в студенческое время. И она действительно дерьмо. Причем полное. Так. Опа. Так. Как бы эту посылку открыть так, чтобы ее попутно не изуродовать. К ебеням. Ладно, я спокоен. Дышать надо глубже. Принять галоперидольчику в перевешку с феназепамчиком. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Не, все-таки надо был нож взять или топор, мать его. Так, что-то тут внутри интересное. Интересно, положили мне календариков или нет. Если нет, то я сейчас возьму топор и пойду на улицу убивать. Так, эту хрень мы убираем. Так, а вот и берсерк приехал. Сертификаты, видимо, вместе с ним склеены. Ну ладно, посмотрим. Внутри ничего не осталось? Ничего. Первозданная тьма. Дьявол пришел на землю. Так. Поклоняться рогатому будем чуть попозже. Заодно нечистому и всем прочим моделькам из Диабло. Нет, все-таки унылого петросянства избежать не удалось. Ну да и хрен с ним. Вот берс. Так. Тут два сертификата последних. Их я сразу уберу, чтобы не было видно ни номеров, ни имени. Я просто покажу, что они есть. Календариков не досталось. Офигеть. Ребят, я так не играю. Заказ был сделан еще до Нового года. Так. Ну вот оно, в принципе, все, что из себя представляет. Как оно-то тут достается-то? А. Система стандартная. Открыток нет. Календариков нет. Короче, ни открыток, ни календариков. Провались оно все пропадом.